Некалькі хвілін до початку голосування. Под наглядом назіральника у СМІ скриня для бюлетенів опечатується. І ровно о 8 раніці двері виборчих участків відчиняються. У Брестській області їх 928. У списи виборщиков унесено 993 190 жихаров регіону. Їм належало вибрати 16 представників області у Нижній палаті Білоруського парламенту. У виборчому споборністі удільничали 64 кандидати. На участку для голосування номер 1 Брестської заходній виборчої округи 1255 виборщиков. У їх ліку і старшиня Брестського облвиконкама Анатоль Ліс. Выказать свою громадянскую позицию он пришел одним из первых. Конкуренция помеж жадающими трапить в Нижнюю палату парламента у этой окрузе великая. 6 кандидатов. Махчимость познайомиться с их программами у выборщиков была у агитационный период. На мой взгляд, это должен быть человек, который прошел уже определенную школу. Человек ответственный, который идет не ради только политических своих амбиций, но и думает о том, что как сделать лучше в своем регионе, серьезно работать над законодательной базой нашей страны. Это также очень важно. Все, что необходимо принять, законы, которые бы стимулировали развитие и малого, и среднего бизнеса, и другие вопросы работы промышленности, сельскохозяйственных предприятий.